Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan əsgərlərinin əsir aldığı erməni separatçı əsgərinin video görüntüsü yayınlanıb. Hərbi əsirlikdə olmasına baxmayaraq, halından məmnun görünən erməni separatçı anasına ismarıc göndərib. O anasına bildirib ki, onun durumu yaxşıdır. Тебе наши земли. Нормально? Жить можно? Что хочешь своим родителям сказать? Что он хороший человек. Не про меня, а про себя что хочешь сказать? Про себя? Да, родителям что хочешь передать? Мои родители? Да. Ну, вот что-нибудь на память, да? Андриан, зовут там Лёва. А ты как? На русском скажи. Маму? На русском? На русском скажи. Он подумал, ты его сейчас обругал. Мам, все хорошие. Они хорошие люди, нам помогают. Давай.